О! Банда! Мы где? Ребята, что за майки у вас одинаковые все? Йоколомане, а это кто? Кажись, мы попали в игру кальмара. В кого? В кого? В кого? Игру кальмара. Это что такое, ребята? Я вспомнил точно, подписчики же писали, сериал такой есть. Онский бог. Это что за чудище? Мы сейчас с кальмаром будем сражаться. Где Евразия, что за безобразие? О, а что это так много денег над нами? Нифига, столько золота! Я не понимаю, что происходит! Никто не понимает. Тут еще король какой-то в короне, ребята! Кто-то ему корону дал! С собой, блин, у меня короны нема. А что это за дверь? Может, выйдем из этого ангара? Выпустите, да-да-да-да-да! Открывай, открывай, открывай ворота! Нам долги надо отдать, чтобы канал вернуть, блин! Странно, ребята, с нами еще тут целая банда! Может, это вообще маньяки? Артем, Артем, ты про какие-то кальмары говорил! Что? Что происходит вообще? Ты в курсе? Слушай, всем привет, дорогие друзья! С вами Аришнев и, видимо, со мной сегодня Алина, Вильям Бруно, Сафик 1234 и тут еще какие-то незнакомые нам люди, как вы помните, в прошлой серии у канала Тут Летсплей были очень большие долги, и мы искали способ, как отдать деньги. И какой-то человек дал мне визитку и сказал позвонить по номеру, и нас, кажись, похитили. И, видимо, сейчас будут выставлять условия, как мы можем заработать деньги. Так а где этот человек-то? Деньги нужны прямо сейчас. Мы ж кровать соберем и достанем это золото оттуда. О-о-о, там мужчина, мужчина! Мужчина в красном. Ё-моё, у него меч, аккуратно! Ты кто такой, ты? Приветствую вас на игре. В игре кальмара. Вы сюда попали, потому что вам нужны были деньги, и вы согласились на приглашение, которое вам выслал наш человек. Так что, если вы согласны участвовать, вы должны будете сейчас подписать согласие. По правилам, вам нельзя прекращать игру. Если вы отказываетесь играть, вы выбываете, и игры могут прекратиться в любой момент по желанию большинства. А чё мы вообще должны тебе доверять, ты, кружочек? Ну, например, потому что вы уже получили от нас деньги. Если бы мы хотели вас обмануть, мы бы не давали вам 100 тысяч рублей. Слушай, так-то аргумент. А это? А сколько там приз вообще главный? За что боремся-то? Призовой фонд нашей игры 1 миллиард рублей. Победитель получит эти деньги. 1 миллиард! Пацаны, давайте посоветуемся. Офигеть. Если мы будем работать, сообщать других игроков, подначивать как-то, то, возможно, мы сможем эти деньги заработать и спасти наш канал Тут Летсплей. Ребята, ребята, это по 250 миллиардов на каждого. Эй, ты, хы! Дай мне бумажку подписать. Конечно, вот, держи. Так а чё, мы же не обсудили, согласны, не согласны, Артём. Ты за что будешь голосовать? Видимо, Сафик написал, что согласен, он бумажку Так мы же согласны. Я буду против голосовать. Ребята, тут правила игры написаны, давайте я вам, ну, их хотя бы зачитаю, может кто-то забудет. Давай, давай, давай. Заявление о согласии игрока. Правило, нельзя прекращать игру. Игрок, отказавшись играть, выбывает. Игры прекратятся по желанию большинства. Ребята, ну если мы все объединимся, мы сможем закончить эту игру в любой момент. Так и чё, думаешь начать? Может сейчас все закончим? Мне кажется, это не просто так. Где ты видел, чтобы миллиард рублей давали за просто так? Да это на каждом шагу дают. И здесь тоже дают. Я согласен написал. Дай, дай, дай мне книжку. Вот, держи. Так, вот моя книжка. На, кружок. Держи книгу, согласен. Ай, книгу дай. Держи. Ага. Я согласен. Все, ребята, я, кажись, подтвердил то, что я согласен играть в игру кальмара. Вот за эту огромную кучу золота. Я не знаю, что нас ждет дальше, но если вам интересно, то обязательно под этим роликом соберите 10 тысяч лайков. Это очень важно. Обязательно их соберите. Эй, круглый, круглый. Да-да-да. Держи. Так ты не расписался, распишись. Держите книжку. Так ты тоже не расписался. Так, внимание, после подписания книгу нельзя редактировать. Я согласен. Так, подписать и закрыть. Держите. Все, забрал. Ребята, ребята, я против проголосовал. Да ты что, дурак, дурак? Тебя выгонят. Да вы не понимаете. Он пытается нас надурить. Он явно что-то задумал. Не, он-то не человек, это не его деньги, это деньги его босса. У кружков не может быть много денег. Что там, результаты, скажи. Все подписались. Игры начнут
вернуться прямо сейчас. Черт, я против проголосовал! Остальные что, за, что ли? Ну да. Остальные проголосовали за. Чтоб игры остановились, должно проголосовать большинство. Вы безумцы! Вы не понимаете! Подойдите все ко мне, кто проголосовал за, а в противоположную сторону все, кто против. Давайте, все, кто против, сюда! Эй, вы что? Во, во, нет! Вы сумасшедшие! Вы не понимаете, что вы делаете, ребята! Все проголосовали за, Бруно! Всем нужны деньги, и все будут играть! Давай к нам быстрее, все, давай! Давай на нашу сторону! Деньги-то и так можно везде заработать! Да у нас долгов полным-полно, сейчас канал закроют! Блин, нам по-любому нужно сыграть эту игру! Давай, кружок, говори, что нам нужно делать! Пройдемте за мной к первой игре. Становитесь паровозиком по очереди. Ребята, чтобы канал тут летсплея точно не обанкротился, то обязательно, если видите кнопочку красную под роликом, то сделайте ее серой. Следующий. Давай пошевеливайся. Ай, да ты чё? Кружок! Блин, ребята, я же говорил, он сумасшедший. А куда идти-то, кружок? Проходи, давай иди. А! Это что такое? Это где это мы? Проходите по лестнице. Нифига, ребята, посмотрите, какие тут здания. Так, а ну не задерживайся, иди вперед. Ай, 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 не бей. Офигеть. Идите вперед. О, где-то же тише едешь, дальше будешь. Это же зеленый свет. Красный свет. Слушай, давай останемся здесь, тут больше места. Слушай, Алин, вообще, ты понимаешь, что происходит? Я нет, но тут очень красиво. Слушай, ну сокол, сокол вообще. Слушай, у нас тут свидание получается. Какое свидание? Ты чего? А ты чего? Это свидание. Да мы с тобой. Да мы просто друзья. Да конечно. Ой, тут палочки нам раздали. Сафик, зачем ты это делаешь? Сафик, перестань кидать палки Алине. Слушай, я тебя люблю. Ты чё ты такое говоришь? Итак, игроки, добро пожаловать на игру «Зелёный свет, красный свет». В этой игре вам нужно будет пересечь это поле и дойти до желтой линии, пересечь ее. Вы можете двигаться, когда поется песенка и горит зеленый свет, но когда загорается красный и песенка останавливается, вы должны замереть. Тот, кто шевельнется после этого момента, будет дисквалифицирован из игры. Все понятно? Он летает, капец. Видимо, какой-то волшебник. Видели, сколько у него денег? Господин Круг, если это... Мы двинемся, то вылетаем, куда попадаем-то. Вот. Там нас сразу домой отвезут, да? Ну, почти, типа того. Ну, ладно, давай, да, вроде правила понятны, давайте начнем играть. Давайте. Итак, готовы? Да. Зеленый свет. Красный свет. Так, я видел, что шелохнулся вот этот вот парень. И чего? Ай, ты что? Ребята, что он делает? О, он его убил! Ребята! Ребята, вы видели? Ребята, я не видел, потому что не мог двигаться. Зеленый свет. Красный свет. Так вот, помощью F5 можно смотреть по разным сторонам. Зеленый свет. Бежим, бежим, бежим. Красный свет. Бруно, ты близко со мной. Зеленый свет. Бежим. Ура! Ура! Почти. Красный свет. Он добежал. Нет. Этот парень пробежал после того, как я сказал красный. А он какой-то безумный, этот круг. Оставь его в живых. Черт, он пытается палочкой отбиться. Как же жалко этого парня. Капец. Только Сафик смог добежать. Этого парня просто вырубили. Зеленый свет. Нет! Красный свет. Остался вот этот парень в короночке. Зеленый свет. Зеленый, беги к нам, малыш! Ура! Да, мы прошли игру, теперь нам дадут 1 000 000 000 рублей, да! Все, теперь ты нам должен! Ребята, вы вообще не понимаете, что происходит? Это же игра на смерть! Деньги-то нужны! Итак, поздравляю, 7 из вас смогли пройти первую игру. Банк пополнился деньгами, а теперь вы можете вернуться в общую комнату и отдохнуть, подготовиться к следующей игре. Алин, слушай, давай попробуем всех отговорить от этих игр, это же безумие! Слушай, Бру, я тоже думаю, что это безумие, но там как раз уже те деньги, которые нам нужны, слышишь, Бруно? Нам нужны эти деньги, мы не можем отказаться от них, понимаешь? Слушай, нам нужно всего 2 миллиона, а нам предлагают 1 000 000 000, но какой ценой? За смерть других игроков! Просто больше никто не умрет, слышишь? Больше никто не умрет! Да все будет нормально, мы потом поделим, даже с ребятами поделимся, надо-то всего немного. Ладно, ладно, ребята, давайте тогда держаться друг друга. Давай я буду держать тебя. Талин, держи лучше себя. Итак, малютки, игровой день окончен. Вы можете ложиться спать. Я вернусь к вам завтра с новыми играми, с новыми правилами. Слушай, это... Пописать можно! Писать! Черт! Эй, открой! Ё-моё...
Давайте все вместе спать. На всякий случай. И на самой высокой кровати. Я думал, мы все вместе на писе. Ну давай, Артём, я тоже хочу на самую высокую. И надо будет дежурить, потому что вдруг они ночью придут и что-то затеют. Ну да, задание кровати там перевернуть. А нашу самую сложнее перевернуть. Давайте, Бруно дежурит. Бруно, вставай, ты первый дежуришь. Ну ладно, я первый дежурю. Я с тобой буду, я буду с тобой. Да ты чего, поспи лучше. Ладно. Все, давайте, засыпаем Бруно на дежурстве. Так. Так, ну вроде все спят. Сейчас посмотрю, как там другие вообще спят, не спят. Так, тут парнишка спит. Тут тоже. Эх, уже третий сон смотрит. Так, и там кто-то спит. Ой, свет уже выключили. Ё-моё. Так, и этот парень спит. Так, ну все спят, вроде все в порядке. А, денег очень много. А-а-а! Что это за сирена? Почему? Красный мигает, все! Ёкаламана, ребята, доставайте ножи! Пора драться, блин! Откуда у вас ножи? Откуда ножи? Ну ладно. Но ночь была спокойной, пока вот сирена не начала мигать. Да выключите ее кто-нибудь, эту сирену! Ребята, давай не будем драться, давай будем защищаться. Если кто-то подойдет, получит. Может, это просто сирена была? Не-не-не-не-не, это явно они хотят нас всех угробить. Но на что, пытаются напасть или что? Я не... Да, надо защищаться, бегите по кроватям. Черт, ребята, я не хочу никого убивать, я буду только защищаться. Сафик, прячься за мою спину. Давай за твою широченную спину. Да, прячьтесь, я отобьюсь. А, ребята, я внизу, меня сейчас убьют, нет. Где ты? Отойдите от меня. Ребята, там зомби. Ёкаламане, откуда тут зомби? Ребята, давайте поможем. Ё-моё. Не видно ничего. Ребята, я надеюсь, что вас никто не укусит. Черт, как же много зомби. Так, нужно сейчас действовать сообща. Давайте, ребята, давайте. О, молодцы. Командная работа. Ребята, ну что, зомби не осталось? Откуда у них еда, ребята? Почему у нас еды нема? Нет, они гнилую плоть едят. Пусть травятся. Капец. Так, ну главное, что мы живы. Блин, ребята, после этих зомби я понял, что не надо нам этих убийств людей. Все, ребята, ложимся спать. Давайте, кто следующий дежурит? Я уже спать очень сильно хочу. Давайте, ребята, я дежурить буду. Давай. Давайте, все, ложитесь спать. Тут пока что тоже все ложатся спать, все нормально. Все, ладно, ребята, вроде все в порядке. Все под контролем. Только этот кружок, а ты что вышел? Или квадрат, вот и там. Ладно, не говоришь ничего. Ладно, ребята, походу... Ой, ребята, кажется, утро. Ну и ночка была. Нас чуть всех не перебили эти зомбари. И другие участники, они прям наши противники. Они просто поняли, что если нас убьют, то получат больше денег. Да, теперь они будут охотиться за нами. Ну и мы можем за ними охотиться, мы же не тупые. Ну мы же не такие жестокие, чтобы прям за деньги кого-то убивать. Ребята, они нападают, они думают, что я сильное звено. Вы что деретесь? Вы что наших обижаете? Ребята, вы живы? Ребята, вы все живы? Я, конечно, вроде как жив, но не сказал бы, что в лучшем физической форме. Бруно, стой всегда за моей спиной. Ладно, Алин, ты всегда меня защищала, даже в школе. Конечно, ты же, Бруно, всегда такой... Лох, хочешь сказать? Ну, не лох, но легок на удар. Итак, внимание, игроки, начинается второй день игр. Ты сумасшедший! Вы тут издеваетесь над людьми! Зачем вы это делаете? Вы сами согласились и только что подписали документ о том, что согласны участвовать в играх. Да это не игра, это жизнь! Никто не говорил, что ночью зомби придут нас убивать. Вы нас обманули, нас убивают вне игр. Там в книге был пункт, что если большинство будет против, то мы отменим все игры и все вернутся домой. Да, конечно, без проблем. Если большинство проголосует прямо сейчас и откажется участвовать, то игры заканчиваются. Ну а пока что давайте я раздам вам немножко еды. Нам хлеб дали. Это что, еда разве? Ребята, давайте проголосуем. Становитесь все в одну очередь. Ладно, ребята, за мной становитесь. Давай. Итак, первый участник. Бруно Бро, голосуй. Ты хочешь, чтобы игры продолжились или остановились? Я хочу, чтобы они остановились, и все это безумие наконец-то закончилось. Итак, те, кто хочет, чтобы игры остановились, становитесь вот по эту сторону от линии. Те, кто хочет продолжить, становитесь сюда. Ребята, я думаю, вы знаете, что сейчас делать. Опа! Как тебе такой кружок, а? Не ожидал? Первый участник отказался. Следующий. Алина, 662. Голосуйте. Ребята,
Это, я думаю, что, ну, просто Бруно не для таких игр создан, и я сделаю выбор в пользу Бруно. Алина, молодец, ты правильный выбор сделала, ты не пожалеешь об этом. Следующий, фикс-хакер, голосуйте. Немногословный молодой человек. Проголосовал за. Аришнев 671. Артём, давай, нас больше, ты, если ты и Сафик проголосуют против, то мы закончим это все безумие. Хлеб это не еда, а сухомятка, иди к нам. Сафик, как думаешь, как голосовать? Бруно с Алиной не хотят участвовать, но нам же очень сильно нужны деньги. Голосуй, как душа поет, вот так и голосуй. Артём, давай, молодец, давай, ты чего? Нет. Артём. Прости, Бруно, нам очень сильно нужны деньги, очень сильно. Да не настолько же. Следующий участник, Фантом 2К, голосуйте за продолжение, отлично. Мистер Киблер, голосуйте. Опять немногословный парень. Ребята, Сафик, черт! Итак, последний, Сафик. Ладно, я, пацанов, я вас поддерживаю. Бруно, я тоже не хочу играть эти игры. Но в этом уже не было смысла, игры продолжаются. Большинство проголосовало за продолжение. Ты, Кружок, за кого? А я не принимаю участие в голосовании. Я персонал. Почему? Ты что же подписал? Я не подписывал. Итак, малютки, выстраиваемся в очередь и отправляемся за мной на вторую игру. Пройдемте за мной. По одному проходите. Опять эти синие коридоры. И куда нам? Ребята, нафиг вы проголосовали за отказ? Ну мы же, нам же очень сильно нужны деньги. А ты, Бруно, слабак. Ах ты, чертила! Из-за тебя продолжилось это безумие. Ты меркантильный. Не бей моего Бруно. Ладно, ладно, ребята, продолжаем. Направо, вот сюда. Туда. Сюда, сюда. Обалдеть. Где это мы? Это облака? Вот это локация. И что делать? Тут бездна под ногами. Это просто... А! Сафик, поаккуратней. Будьте аккуратнее, не упадите вниз. Если вы упадете, скорее всего, вы разобьетесь и покинете нашу игру. Итак, сейчас, чтобы начать вторую игру, вы должны для начала разбиться на две команды. Одни идут налево, вторые направо. Я к Сафику пойду. Так, так, а ну я... Итак, в обоих командах по три участника. Ага, я к ребятам. Получается, Бруно лишний. Давай, Вильям, Бруно. Нет, стоять. Да как ты обалдел, что ли? Команда уже сформирована. Бруно отправляется со мной. Ребята, черт, ребята! Ребята! Его куда-то увели. Его, возможно, еще убьют. Нет, это глупо. Почему вообще его должны убивать? Да тут вообще вся игра глупая. Блин, ребятушки, нужно было против голосовать. Ё-моё, мы Бруно лишились, Артём. Это все Аришнев, который проголосовал за. Это из-за тебя, Бруно, нет. Много участников проголосовало за, потому что я хочу спасти канал Тут Летсплея. А если вы не поняли, что сейчас произошло, то мы разбились по командам. В каждой команде по три участника. Бруно места не хватило, его куда-то увели. Куда его увели? Он что, умер? Погиб? А вдруг? Аришнев, поднимайся на башню. Поднимайся. Так, ладно. Какие правила игры? Итак, вторая игра заключается в перетягивании удочкой. Вы должны сбросить команду соперников с этой платформы. Те, кто останутся на платформе, победили. А если мы отказываемся? То вы выбываете из игры. Что значит выбываем? Что и значит? Это значит смерть. А все из-за тебя. Так, ладно. Мы принимаем этот бой. На счет три игра начинается. Итак, раз, два, три. Игра началась. Опа! Надеюсь, что у вас там получится. Так, так. Ну, да как попасть-то в них, а? Ну, давай! Так, давайте, ребята, ребята, давай! Папа! Давай, так, одна один остался, один! А почему он стоит и не сопротивляется? У него, может, сломалась удочка? Давай! Тяни его, да! Да! Мы победили! Ура! Итак, команда слева проиграла, команда справа побеждает и переходит в следующий раунд. Ребята, мы убили двух людей. Я надеюсь, что там был пух. Трех. Теперь вы можете отправиться в комнату отдыха и пока что отдохнуть, покушать и подготовиться к следующему дню наших игр. Итак, малютки, поздравляю вас с прохождением второй игры. Спасибо, бро. И только где Вильям Бруно? Вильяма Бруно больше нет. В смысле нет? Ты что, с ума сошел? Кто ты его дел? Куда ты его дел? Вильям Бруно оказался лишним в вашей команде, и поэтому он покинул игру. Я тебе покажу, что значит лишний. Ты сам лишний, понял? Верни от меня игру, я не знаю, что делать, верни Вильяма Бруно. Верни, ребята, я думаю, спасет Вильяма Бруно только если ребята тыкнут на эту пулю. Тыкай, бро, давай срочно тыкай, блин, и мы должны вернуть Вильяма Бруно. Мы сломаем этому кружку кружок и сделаем из него квадрат, но Вильяма Бруно найдем, а ты пока тыкай, бро.